Привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Kia Cerato. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Краткий обзор. Салон мы разобрали. Видите, на полу в багажнике небольшой кусок вибры на задних арках. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Это автомобиль одни из самых шумных мест. Также голые задние крылья. Крышка багажника тоже голым. По дверям задние двери. Небольшой кусок вибры, верхняя часть. Все. Слышите, как звенит. Передняя часть, передняя дверь, вернее. Здесь несколько кусочков вибры. Ну, пол более-менее виброй зашумлен. Крыша. Крыша, кусок, полосок вибры. Ну, по мнению владельца, все равно данная шумоизоляция очень слабая. Поэтому готовим поверхности и приступаем клеить первый слой. Первый слой вибропласт на автомобиле Kia Cerato. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки, крылья. Проклеили крышку багажника. Крышу проклеили, ведь сначала первый слой положили. Потом проклеили, приступили вернее клеить второй слой шумопоглотителя. Проклеили двери первым слоем. Передние двери проклеили уже второй слой. И также проклеили пол в салоне и прокатали валиком. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia Cerato. Проклеили на вторым слоем пол в багажнике. Также проклеили задние арки крылья. Проклеили вторым слоем крышку багажника. И проклеили пол в салоне. Приступаем собирать сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Kia Cerato. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки, сборки салона мы не оставляем. Все стоит по-заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!